Несколько десятков спортсменов тренируются в едином порыве. Настроение в зале особенное, как после любой крупной победы. Уссурийцы привезли 11 медалей с международных и всероссийских соревнований по карате. За место на пьедестале боролись более 2000 участников из 13 стран, среди которых Ирак, Иран, Турция, Монголия, Белоруссия. Наши земляки заработали 2 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Конечно, в этот раз дети удивили всех, в том числе и тренеров, и, наверное, родителей. Но, с другой стороны, это, конечно, не удивление, это правильно спланированный тренировочный процесс. Были каникулы, где дети готовились, тренировались по 2 раза в день. Ну и, конечно, это дало свои результаты, самоотдача детей. Наша краевая сборная добилась небывалых высот на соревнованиях в Новосибирске. Среди 43 регионов приморцы заняли 4-е командное место. 30 каратистов из Уссурийска сделали для высокого результата все возможное. Захар Мостовской совершил свой личный прорыв. Этот турнир мне запомнился моей медалью, которую я так долго ждал. Я летал на многие соревнования. Разные турниры, первенство России, всероссийские соревнования, международные турниры. И вот на этих соревнованиях свершилось чудо. Я поборолся, настроился на эту медаль и занял 3-е место. Призерами престижного турнира в разных возрастных и весовых категориях стали Ростислав Лукьяненко, Тимофей Соколовский, Захар Сверкунов, Назар Котляров, Сергей и Александр Гапоненко, Роман Цибульский и Владислав Евтушенко. В бою за выход в финал Илья Федоренко уступал сопернику. Однако в самом конце схватки уссурийец переломил ход событий и победил. В связи с чем это произошло, что прям развязка не была понятна до самого конца? Ну, то, что допускал много ошибок, подходил близко и меня встречали. То есть это не специально было? Да, это не специально. На этом достижения наших земляков не заканчиваются. Трое уссурийцев выполнили норматив кандидата в мастера спорта на соревнованиях в Новосибирске. Каратисты уже готовятся к чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа. Турнир пройдет с 20 по 22 апреля во Владивостоке. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.